Привет! Сегодня распаковка специального альбома One-on-One Undivided, где они делились на подгруппы и исполняли свои песни с другими различными корейскими исполнителями. Всего 6 версий альбома, у меня есть только 5, потому что 6-я версия, которая называется Artbook, к сожалению, нигде не продается, ее нигде не найти, но всех больше я хотела именно ее. Начнем с самой первой версии. Это общая версия. Тут начнем по порядочку. Всего 5 треков, поэтому 5 версий. Ну и 6-я, которой у меня нет. Так, начнем с самой первой. Это пока все отодвинем. Итак, первая версия, она посвящена всей группе. Она относится к треку Light. Пожалуй, начнем. Так. Так. Это сзади. Кстати, если все альбомы соединить, то получится циферка 1. Правда, у меня с другой стороны, раз 6-й версии у меня нет, значит, у меня будет эта циферка 1 не до конца. Не полностью будет собрана. Итак, поехали. Так. Сейчас еще понять, как это все открыть. Так. А, понятно. Это фотобук. Так, ну и упаковочка. Так, фотобук. Так, здесь у нас, как обычно, диск. Ой. Диск. One-on-one. Такой отдельный. Понятно. Так, все плюшки, я так понимаю, в этом черном конверте, который мы посмотрим попозже. Самое интересное. Теперь начнем с фотобука. Ой, какой-то толстый. Так. Так, он. Хочу рассказать, почему я решила купить данный альбом. С One-on-One я познакомилась, начала их слушать еще, наверное, в конце прошлого года. После того, как послушала все, что можно, и посмотрела с BTS, я увидела, естественно, на каких-то премиях, я тоже замечала какие-то группы, и вот на одной из премий я увидела One-on-One с песней Energetic, Energetic и с песней еще тоже Beautiful. Мне безумно понравились эти песни, и я решила, что я обязана послушать всех их альбомы. Но, к сожалению, потом я узнала, что группа распалась, их распустили, группы больше такой нет. И поэтому, к сожалению, я не очень хорошо знакома с группой, но альбомы их постоянно переслушиваю, постоянно пересматриваю клипы. Хочется что-то посмотреть, какие-то с ними шоу, но пока еще не дошла до этого. Этот альбом, мне кажется, по каким-то... Мне вот всех больше из всех альбомов, я смотрела все распаковки с One-on-One, но у всех больше мне понравились именно вот эти альбомы, потому что они
очень классные по каким-то плюшкам, как называется. И плюс они разделены все на подгруппы, и у тебя есть возможность получить целых 5 карточек разных участников. То есть не то, что, допустим, в обычных альбомах ты, возможно, не попадется постоянно один и тот же, там, или несколько участников одних и тех же, а тут ты получишь целых 5 разных. Поэтому это очень классно. Ну, это Кандани, или я точно его знаю. Я знаю, что он сейчас сольно выступает, и я знаю, что многие участники тоже в каких-то группах. Одну я не уверена, как точно название, но мне тоже очень понравилось, я их тоже слушаю. Это AB6, по-моему, или, ну, AB6X, ну, в общем, как-то так. Вот, поэтому я знаю, что там 2 участника One on One. По-моему, Дэхви и Уджин. По-моему, они там сейчас, и их осталось на этот год, было 5 в группе, стало 4. Интересный такой фотобук по бумаге. Интересно, не знаю, из чего эта бумага так сделана. Необычно. Я таких фотобуков из такой бумаги у меня еще нет. Ну, самый мой первый, самый любимый, наверное, альбом из One on One — это именно самый первый, To Be One, потому что вообще переиздание мне нравится. Там как раз и Energetic, и Beautiful. Этот альбом я постоянно вообще слушаю, постоянно переслушиваю. Мне очень нравится. Ну и, конечно, I Promise You тоже, Boomerang, тоже отлично. Вот последний их альбом я тоже слушаю, но он не так зацепил, как вот первые самые альбомы, поэтому... А, тут они все. Понятно. Так, пустая страничка. Про Эйтис я много рассказывала, потому что я за ними и следила, и смотрела, поэтому мне они есть еще что много рассказать. Про Банду Ван. Да, мне нравятся их альбомы, мне нравятся их клипы, прикольные парни. Я не всех по именам выучила, но, честно, я хочу, конечно, и посмотреть, и выучить, потому что, можно сказать, с уважением к ним отношусь, поэтому я обязана знать. Правда, их 11 человек, ну и имена... непростые, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому, чтобы выучить, нужно время. Простите меня. Прошу прощения. Ну, мне кажется, самое интересное — это вообще карточки. Тут, по-моему, должен быть еще магнитик. Так. Ой, о, класс. Открылась как. Так. Так. Так, так, так. Это что такое? А, это... понятно, песенки в таком виде сделали. Понятненько, все понятненько. Тык, тык, тык. Чтоб вот так было видно. Ну, в общем, это, можно сказать, такой лирик-бук с песнями. Так, что дальше еще? Так. Это у нас что такое? А, это какой-то Golden Ticket. Кстати, я не знаю, что это за Golden Ticket и что с ним нужно делать. Ну, ладно, есть и есть. Так. Так, карточки. Я хочу посмотреть магнитик. О. О! Так,
Я чувствую, что тут столько будет магнитиков, что можно всю будет весь холодильник обвесить. Так, это, я понимаю, Ким Чжэ Хван. Поправьте, если я не права. По-моему, Ким Чжэ Хван, правильно. Не, ну классно сделали магнитики еще. Так, теперь карточки. Должна быть общая. Да, общая и с номером. Так, это у нас общая карточка. Ну, в принципе, такая же, как обложка фотобука. Так. И... А, ну тут, в принципе, все написано. Кто это, пожелание и... Понятно. Это... Так. Если я правильно, это, по-моему, Гуан Линь, да? Если я правильно прочитала имя. Просто произношение одно, а я такая думаю, правильно или нет. Класс. Кстати, он может где-то еще попасться. Это же общее получается было. А там раз будет еще где-то в нити будет он. Поэтому, возможно, что-то... Так, что-то попадется. Так. Хорошо. Так, теперь второй. Мы пойдем по порядочку. Это у нас трипл версия. Трипл позишн, трипл версия. Ну, да, трипл позишн. А это у нас, получается, второе. Это у них был коллаб Зика. Будет оставаться. Так, тоже хорошо это осталось. Так, это... Ой. Тоже хорошо. Так, ну тут тоже получается диск. Жук. Диск. Так, ну вот опять плюшки, которые мы потом посмотрим. Так, и сам фотобук. Наверное, опять будет карточка такая же общая. Там должна быть по-любому общая карточка. Цвет красивый. Я не знаю, видно или нет, но цвет красивый очень. Прям такой, не знаю, голубой, бирюзовый какой-то. Ну, такой прям очень красивый. А, здесь написано, кто будет в этом юните. Это Ким Чжэ Хван, Кан Даниэль и Пак У Чжин. Вот. Вообще, у меня есть, можно сказать, три категории. Как я покупаю альбомы? А первое, это, естественно, группы, за которыми я слежу, слушаю, все с ними смотрю, покупаю всех их альбомы. А у меня на данный момент это пока две группы, это ATEEZ и BTS, с которыми у меня есть все альбомы на данный момент. Вторая подгруппа, или как второй, в общем, второй показатель, по которому я покупаю, ну, в общем, это чисто только какие-то альбомы какой-то группы. То есть, допустим, я увидела какой-то камбэк, я не слушаю эту группу вообще, я не знаю, допустим, что это за группа, я... Не знаю их вообще участников, никогда в жизни не слышала. А тут просто увидела, услышала. О, Дисней. Увидела, услышала, и мне просто безумно понравилось. У меня есть такие камбэки, у меня будут такие альбомы. Чисто, допустим, один альбом или два группы, которые мне действительно понравились. И я их купила, потому что я действительно хочу поддержать группу.
действительно, чтобы было у меня в коллекции, и я потом, если что, буду пересматривать, переслушивать, и такая, ага, вот этой группе мне понравился именно вот этот альбом, так, я обязана его переслушать, я обязана пересмотреть клип, пересмотреть выступление. Вот, мне бывает только что, да, группа, допустим, там не нравится, не нравится, или наоборот нравится, и, ну, ничего не цепляет, а тут, допустим, просто включила и меня, и все, я не могу, я переслушиваю песни, альбомы, просто, не знаю, неделями могу слушать каждый день одно и то же, потому что мне очень понравилось. Есть такие группы у меня. Еще есть третий, это как раз к которому относится 101, и еще могу сюда отнести, наверное, B2B. Это те группы, которые либо уже перестали существовать, либо которые сейчас на данный момент не активны, как B2B. Я не знаю, последний раз у них в 2019 году что-то выходило. А вообще последний альбом у них был 2018, который Beautiful Pain, мне безумно понравился. Вот. Поэтому вот у них мне нравятся все альбомы, мне нравятся все их песни, приятно слушать, приятно смотреть. Но за ними, естественно, я не следила, потому что я кей-поп, можно сказать, начала слушать только в прошлом году с BTS, когда увидела на одном из наших музыкальных каналов их клип, и такая, прикольно, какие веселые парни. Вот, и потом уже я начала сначала все с BTS смотреть, потом уже решила послушать какие-то группы, я много переслушала, очень много мужских групп, женские меня вообще не цепляли, я их до последнего, ну, только в этом году кое-какие начала слушать. А так мужские мне безумно понравились 101 и B2B, которые действительно меня покорили, можно сказать, своей музыкой. Своей музыкой, голосами. У них у обеих групп очень классные вокалисты, очень классные рэперы. Мне все очень мне нравится. Но, к сожалению, я с ними не особо много чего смотрела, поэтому будет время, обязательно посмотрю. Если бы они сейчас были, я была бы очень рада, если бы они бы сейчас еще существовали, активничали. Но про 101, конечно, когда я узнала, что-то я прям расстроилась, потому что они меня действительно так зацепили. Вот. Но потом в январе я познакомилась с Эйтиз и такая думаю, о, вот за этой группой я точно буду следить. Они мне тоже очень нравятся. Цвет, конечно, очень классный. Вообще потрясный. Очень красивый. Так, теперь посмотрим, что у нас тут попалось. Так, 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 так. Тик. А, ну тут опять то же самое. Тут тот же самый с... Блин, так отсвечивают, конечно. Ну, это тоже с песенками. Так, тут тоже должен быть... А, ну тут тоже билетик. Golden Ticket. Такой же. Так. Тык. Магнитик. О, Кан Даниэль. Я, кстати, последнюю... клип посмотрела у него, ну, ничего, так мне понравилось. Не знаю, может, буду и слушать его. Очень хочется просто поддерживать участников One-on-One, потому что как группа они мне безумно, безумно понравились. Так, ну, это общая карточка. Ну, в принципе, как я и говорила, что это будет как обложка альбома. Фотобука альбома. Так, и тут попался. Так, так, что тут? Блин. Кстати,
Джихван. Мне кажется, он мне попался в прошлом. Тоже по табуке. Окей. По-моему, больше ничего нет. Так, сейчас все это мы сложим обратно. Так, поехали дальше. Следующий у нас идет. Это Lean on Me. Так. Здесь надо разорвать. Здесь, конечно, очень жаль, что. Очень жаль, что нельзя купить нигде шестую версию, потому что она мне вообще безумно понравилась. Там участники выглядят как аниме-персонажи сделанные, и у каждого будет карточка. Ну, очень классно. Эх, жалко было, когда я поняла, что ну, такого. Ой. Что такого фотобука у меня не будет, к сожалению. Так. Такие переливающиеся, прям мат, какие-то перламутровые. Так, ну тут тоже диск и тоже под цвет альбома. В принципе. То же самое, только здесь отличаются надписи. Тик. Поехали. Так, здесь у нас Джисун, Сон Вун и Минхён. Вот. Вот это красиво, да. Это не отсвечивает. Это прям цвет, ну, так сделано в альбоме самом. Я Эйтис распаковывала 3 альбома, вышла на 42 минуты. Я надеюсь, что здесь нужно уложиться, хотя 5 альбомов, но здесь, я думаю, можно уложиться будет побыстрее, потому что я, в принципе, сегодня не так много буду болтать и рассказывать. Просто сегодня посмотрим. О, классно. Классно так джинсовым. Мне нравится, когда в джинсовом джинсовая рубашка. Очень красиво, да еще и в белом. Прям класс. Класс. Это тоже не отсвечиваю, это тоже все в альбоме. Короче, сделали так, что все через как будто какие-то шторы или что-то, через решетку. Черно-белом. Так. Короче, концепт посвети на меня солнцем. Но красиво. Правда, я не понимаю, это, видимо, так задумано, или что оно так. Вот, я не знаю, это так задумано, что оно прям так смазано все. Нечетко. Ну, группа классная. Очень жаль, что ее нет. Ну, я почитала про них и. Что они были в
каком-то шоу на выживание или что-то в 17 году. И вот были отобраны 11 человек из разных агентств, которые в будущем стали группой. Я так понимаю, что это в конечном итоге они все равно, наверное, ну, разошлись. Как, по крайней мере, я поняла, что это была группа какая-то такая специально сделанная, как не пробная, я не знаю, как сказать. Ну, такая, в общем, которая не навсегда, не постоянно была. Я, допустим, не знаю ни одной группы, по крайней мере, я смотрела много распаковок, но чтобы было, не знаю, 5-6. Так, это у меня 5, 6 нету, я до сих пор расстраиваюсь. Чтобы было 6 версий альбома. 6 версий. Не знаю, у меня максимум я видела 4. Я даже 5 я не помню. Но чтобы 6 версий альбома. Плюс, конечно, здесь классно действительно то, что они разбились на такие подгруппы. Это прикольно. Я тоже такого не встречала. Конечно, я как их поклонница, можно сказать, я, конечно же, заказала их альбомы и другие, но именно начать распаковку я захотела именно с этого альбома, потому что он мне безумно понравился. И он самый такой, знаете, по наполнению самый классный, правда. Что здесь классного? Мне нравится, что здесь есть, общие карточки. Я безумно люблю, когда в альбомы кладут... В альбомы кладут именно общие карточки. В Этис в первых альбомах тоже все клали, но потом... Так, ну, это я не буду показывать, в принципе, это понятно. Так, так, билетик. Тик, тик-тик. А, ну тут... Угу, Джисун. Магнитик попался, Джисун. Джисун. Так, это общее. Ну, это как, да, это как на обложке альбома, в принципе. Так. Вот так вот надо доставать. А, тоже, кстати, Джисун попался. Ну, здесь послание. Джисун. Тоже, кстати, он у меня и на этом, получается, попался. Ой, и тут, Джисун. Отлично. Так, не буду складывать, это времени сколько вообще ушло. Так, следующее у нас идет уже двое, то есть везде идет по трое человека, а тут у нас идет The Hill версия, The Hill. Тут у нас идет двое. Только двое. Это, мне кажется, будет классно. Не знаю почему, но мне по обложке уже нравится. Я думаю, этот будет очень красивый. Так, как обычно, сначала это достану. Сори. Случайно. Начнем с вот табука сразу. Он такой синий, тоже как
перламутровый какой-то. Но мне кажется почему-то, что здесь будет какой-то прям красивый. Вообще. Здесь у нас получается Санву. Или Сану, Сану. Господи, извините меня, пожалуйста. Да, Сану, точно, Сану и Дыхви. Да. Простите. Я еще только учусь, правда. Я еще только их учу. Я их люблю, но пока еще всех не знаю. Нет, некоторых я различаю и могу как бы сказать, кто это. Вот, но и все. Не всех. У них все связано как-то со светом. Опять тут отсвечивают что-то. И все, кстати, в белых рубашках. Ну, в каких-то вот именно белый верх. Так красиво. Кстати, их самого первого дебютного альбома To Be One, к сожалению, я не купила, потому что его тоже не нашла. Если будет, возможно, куплю. Но мне больше нравится переиздание, поэтому я купила именно переиздание To Be One, поэтому тоже будет на него очень скоро распаковка. На все альбомы One on One вот распаковка, потому что я их все купила, кроме первого. B2B я тоже приобрела, но B2B там очень много у них альбомов. Они с 2012 года. Мне безумно нравится у них дебютный их сингл. Ну, как дебютный, короче, альбом. Мини-альбом. Вот. Но я заказала B2B только два альбома. Самые мои любимые камбэки, потому что насчет других я еще подумаю. Но пока только. О, красиво. Вот это, как я же говорю, вот это красиво. Цвета. Очень красиво. В остальные альбомы я подумаю. Но пока только два. Я сегодня побыстрее листаю, потому что, ну, реально не хочется опять целый час сидеть. Потому что, мне кажется, это уже никому будет не интересно. И все будут сидеть такие, о, блин, опять тут, не знаю... 5 целый час. Но сегодня побыстрее получается. Красиво было. Сегодня побыстрее получается. Потому что про них я много чего не знаю. Только в общих чертах. Красиво, конечно. Вот я говорю, что вот я была права, это самый красивый альбом, который вот, по крайней мере, пока я видела. Очень красиво. Очень красивый альбом. Так, посмотрим, кто попадется. Это всегда такая интрига. Что за карточка? Что попадется? Так, билетик. Билетик. Везде одинаковые билетики, поэтому я и... Так, значит. О, Сану. Я так понимаю, это можно достать. А, да, это можно достать. И вот это можно достать. А можно... Ух ты. Так, сейчас все сломается у меня. А, и либо целым повесить на холодильник. Либо прям достать и повесить уже по отдельности. Так. Так, это общая карточка.
Ну, красивая карточка, классная. Вообще, этот фотобук пока мне очень понравился. Так, и тут кто? Так. О, тоже Сану. Что-то, кстати, у меня в каких-то альбомах все одни и те же получаются. Красивый. Не, ну Сану, конечно, красивый, да. Он такой. Его я запомнила. Красивый. Так. И теперь последний альбомчик. Шестой версии, как обычно, нет, поэтому. Ну, в общем. Поэтому, да, последний. Вообще классная задумка, конечно. 5 версий. Каждый записал еще юниты еще с корейскими исполнителями. Не, ну придумали, конечно, классно. Чего ж говорить. Придумали классно. Вопрос. Ой, какой красивый. Зеленый. Прям такой изумрудный. Очень красивый цвет. Тик. Агрессивно я обратно. Так, это потом посмотрим. Так, сразу с фотобука. Очень красивый цвет, такой прям, ну, изумрудный. Очень красивый. Так, здесь у нас идет Джихун, Джинён и Гуанлин. Блин, все правильно сказала. Пока у меня тот предыдущий любимый фотобук. Очень красивый. Очень красивый по цветам. Потрясающий. Здесь такой прям в костюмчиках, где-то в баре. Неожиданно, правда, я не ожидала после тех фотографий такие. Но здесь мне нравится. О, вот это красиво. Класс. Очень классно. Но здесь мне нравится именно цвет самого фотобука. Вот этот зеленый, изумрудный. Очень красиво. Это ж сколько было проведено работы, чтобы сделать 5 фотобуков. 6-й он там в аниме, ну, как я помню, поэтому для него, мне кажется, особо не фотографировались. Хотя, что фотографировались для него. Все-таки все равно сделать 5 фотобуков, провести с 5 юнитами, с каждым время. Это тоже. Так, теперь пошли гавайские рубашки. Не, действительно, серьезно, после костюмов. После костюмчиков. Не, ну все-таки да, по моим взглядам, все-таки предыдущий фотобук был самый классный. Он был очень красивый, и там столько фотографий, которые мне понравились. Не, ну это тоже ничего, тоже хороший. Просто у каждого свои вкусы, и кому что нравится, но вот мне очень понравился предыдущий.
предыдущая версия, концепт-фото, где было всего двое участников. У меня даже без болтовни получается почему-то долго, потому что я пытаюсь подольше листать фотографии, чтобы все было видно, чтобы успеть посмотреть, а не так быстро, так чтобы там вот так вот просто пролистать быстро и все, и ничего не видно. А так все-таки я стараюсь хотя бы, чтобы успеть еще поглядеть, какие фотографии были. Так, все. Этот фотобук тоже. Теперь осталось посмотреть, что он тут попалось. Как обычно, лирик. Лирик-бук. Как обычно, Golden Ticket. Так, сейчас найду туда опять. О! Попался Голли. Так, дальше где у нас там общая карточка? Вот общую нашла. Ну, общая, да. Ну, мне очень нравится, что они сделали и общие. Это очень классно. Считайте, что получается у меня есть все участники. Так, так, так. Перевернула. Ну, хотя тут, в принципе, что переворачивать, если все видно. Джихён. Джиньон, Джиньон, Джихён. Джиньон. По-моему, у меня получается, что все разные попались. По-моему, да. Так, все. Тут ничего больше нет. Ну, все. На этом распаковка альбома 101 Undivided закончено. Увидимся в следующих видео. Пока!